Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструментов от компании Kingroy. Код товара 017MDA. Набор состоит из 17 предметов. Kingroy — это тайваньский инструмент, тайваньский бренд. Что указывает на упаковке важного производителя? Это гарантия 1 год на набор инструментов. Есть комплектация. И указывается страна изготовления — сделано в Тайване. По комплектации. В наборе идет трещотка. Трещотка на 24 зуба. Силовая. Особенность трещотки — здесь нет, видите, ручки пластиковой. Есть металлическая. Но это намного лучше, чем рукоятки из пластика и из резины. Потому что из пластика и из резины со временем у вас выйдут из строя. Сама рукоятка. Здесь она и металлическая полностью. И нанесена такая вот насечка. Для того, чтобы не выпадало у вас из рук при работе. Есть реверс и быстрый сброс головки. Длина трещотки 250 мм. Здесь трещотка под квадрат 1,2. 1,2 дюйма. Трещотка разборная. Можно обслужить внутри механизм. Есть надпись Kingroy на металле и CRV. Это хром-ванадиевая сталь. Материал изготовления. Далее вороток. Длина его 350 мм. Он также под квадрат 1,2. Он разборной, то есть эта часть, вдруг она выйдет из строя, ее можно заменить. Рукоятка также с насечкой на металле, металлическая. Kingroy есть логотип и CRV, хромбонадевая сталь. И удлинитель 125 мм. Далее головки. Общее количество головок 13 штук. Самая маленькая в наборе на 9 мм, 1,2, и самая большая головка на 27 мм. Головки на 32 в наборе нет. Особенность набора Kingroy, вот на головке вы видите, синяя такая полоска есть. Надпись на самой синей полоске Kingroy, хром-ванадиевая сталь. Раньше писали Germany, Германия, но сейчас такой надписи в новых наборах нет, то есть, чтобы вы не путали. Потому что есть старая комплектация, старые наборы, там еще надпись «Джома» не присутствует. На новых наборах такой надписи нет. Kingroy, на металле есть надпись, и CRV, хром-ванадиевая сталь. Профиль в наборе шестигранный идет. Ну, Kingroy — профессиональный набор, профессиональный инструмент, очень много отзывов положительных в интернете, и также очень демократичная ценовая политика данных наборов. Золотая середина, если вам нужен профессиональный набор хорошего качества, который послужит вам долго. Далее по кейсу. Кейс состоит из двух частей. Соединяет вот такая вот зависа пластиковая, широкая. И запирание на металлические защелки. Также на защелках есть надпись Kingroy. Теперь по габаритам кейса самого. Длина кейса 15 см, ширина 40, высота 6 см и вес самого набора составляет 3 кг. Очень плавно запирается, вы видите. Рукоятки для переноски здесь нет. Но это такой небольшой набор, и здесь собрано самое необходимое для обслуживания автомобиля. То есть набор ключей уже нужно будет докупить отдельно. Но если нам нужны еще головки под квадрат 1,4, также нужно будет докуплять. Надпись Kingroy на верхней крышке Professional Tools. Пластик здесь довольно жесткий идет. Хороший кейс, хороший пластик, ну и набор, соответственно, профессиональный, высокого качества. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. До свидания.